Здравствуйте, меня зовут Михаил, вы на канале «Строй Гранд Анапа». Помимо того, что у нас сейчас действует летняя акция, какая именно, смотрите на нашем канале, у клиентов «Строй Гранд Анапа» есть отличная возможность приобрести земельный участок и построить на нем жилой дом с нашей компанией по очень выгодной ипотечной процентной ставке. Как же мы связаны с этим вопросом, сейчас я вам расскажу. Мы уже много лет сотрудничаем с юристами по ипотечным вопросам. Было произведено достаточно много сделок, поэтому можете не сомневаться в их профессионализме. Что касаемо наших предложений, у нас коттеджи стоят от 4,5 миллионов рублей. Все это вместе с землей, в среднем это 5 соток. У нас есть, для тех, кто не знает, это коттеджный поселок Морской, он самый дорогой, Жемчужина, Встречный и Азовский. Для всех будет свое уникальное предложение, поэтому смотрите, что для вас важно. Больше квадратура, но меньше цена, или, соответственно, наоборот. Также пока не забыл, если у вас уже есть сейчас ипотека, и вы все же хотите купить себе дом, это тоже можно решить вопрос. И если у вас ипотека стандартная, обычная, то мы сможем снизить вам ставку на 0,7%. Что как бы суммарно тоже немало выходит. Ну а теперь давайте я все-таки расскажу вам про конкретные этапы, как будет происходить коммуникация с нашими юристами. Сроки ипотечного кредита достигают до 30 лет. Основные требования у всех банков к заемщикам – это прописка Российской Федерации и возраст от 21 года. Клиентам «Строй Гранд Анапы» предоставят полный комплекс мер по юридическому сопровождению ипотечной сделки. Она включает в себя этапы сопровождения от одобрения, оценки объекта, погрузка всей документации, то есть сопровождение в банк направления, и страхование объекта и жизни. Также встреча в банке и подписание документов. Юрист присутствует и проверяет все документы. Далее направление документов на регистрацию в Росреестр и обязательно получение выписки на нового собственника. При проведении некоторых сделок бывают граждане, у которых уже есть жилье, они хотят его продать, но оно в ипотеке и, например, куплено за счет материнского капитала. То в этом вопросе юристы тоже смогут вам помочь. То есть продать и взять новое жилье также в ипотеку. У нас есть жилые дома, которые уже зарегистрированы на кадастровом учете, то есть право собственности зарегистрировано. И они уже прошли все проверки, и часть из них выставлена на DomClick. Поэтому наши коттеджи вы можете посмотреть не только дистанционно, но и непосредственно вживую. Поэтому приезжайте сюда, мы покажем вам экскурсию всех наших проектов. С вами был Михаил. Спасибо, что досмотрели ролик. Обязательно звоните на горячую линию или же задавайте свои вопросы в комментариях под этим видео. До скорого!